Воспитанники городского клуба карате «До Эдельвейс» блестяще представили нашу область на открытом первенстве Республики Беларусь среди младших юношей и девочек. На главном национальном первенстве впервые в истории белорусского карате сборная команда Брестской области завоевала первое общекомандное место. Из 31 спортсмена с нашего клуба было 29 человек. Это очень замечательно, и получилось у нас завоевать 7 золотых, 5 серебряных и 13 бронзовых наград, что дало нам такую возможность подняться на высшую ступень пьедестала. За последние 10 лет я не помню, во-первых, такого результата, а то, что именно впервые в статусе олимпийского вида проходило вот это первенство, и мы сумели показать уровень работы своей на месте здесь у нас, в Бресте и в Минске, и то, что доказали, что на сегодняшний день клуб действительно по этому результату является сильнейшим у нас в стране. Эта уверенная победа коллектива «Эдельвейс» является лишним подтверждением правильной организации работы в клубе, целеустремленностью спортсменов и их тренеров. Первые места в общекомандном зачете – это результат работы, такой массовой работы на высокий результат. Все-таки 4 тренера – у нас работают в направлении спорта, и результат, который они выдают, это, в принципе, смысл их работы. Это воспитание и спортивные результаты. Когда это в гармонии идет, просто получается великолепно. Совсем недавно пинские каратисты успешно защитили честь города на традиционном международном турнире ВКФ в Белостоке. Бойцы «Эдельвейса» завоевали 5 золотых медалей и кубков, 4 серебряные и 4 бронзовые награды. Следует сказать, что здесь выступили как уже опытные ребята, так и те, кто выехал на соревнования впервые. Соревнования – это для их, в первую очередь, проверка, это своеобразный экзамен, проделанная работа в зале, подведение итогов, анализ тренерский, посмотреть, над чем работать, что повышать в качестве работы, посмотреть, поучиться у наших коллег с других клубов, ну, как бы почерпнуть новую информацию и поставить себе планы на будущее. Завершится спортивный год в городском клубе проведением первенства «Эдельвейса» по кумите. Это станет своеобразным подведением итогов в работе с малышами. Для многих из них это будут дебютные соревнования, где проявится и их уровень подготовки, и тренерская работа клуба.